В Екатеринбурге отгремел финал 4 Фонбет Кубка России. Мы отобрали 10 самых горячих моментов и прямо сейчас покажем их вам. Поехали! 10 место. Ее игра такая же яркая, как ксеноновые фары. Только посмотрите, что творит Дарья Курильчук из Самары. С помощью спин-мува разбирается с защитой Надежды и завершает атаку точным броском со средней. На 9 месте чудесный пас в одно касание от Дарьи Игнатовой. Баскетболистки УГМК не успевают среагировать на передачу, и Светлана Тахташ отправляет мяч в кольцо. 8 место. Промисому Камару никому не догнать. Она быстрее, чем Шевроле Камара раз 5. Разыгрывающая Курского Динамо на кроссовер убирает Ксению Кунакову и приносит 2 очка своей команде. 7 место. Юник Томпсон попал не только символическую пятерку, но и под блокшот Мэлори Бейтс из Самары. Великолепная игра в защите. На 6 месте горячая концовка первой четверти матча за бронзу. In-N-Out от Эшли Беверли заставляет Лиру Маседу потеряться, а Мэлори Бейтс разорваться. В итоге плюс 2 в копилку Надежды. 5 место. Кайла Тортон мажет со средней, а Елизавета Шапанова идет на подбор и взлетает выше Уральских гор. Потрясающий путбэк от капитана Динамо через голову троих баскетболисток Самары. 4 место. Нападающая Надежды Светлана Тахташ изумительной передачей на Юник Томпсон вскрывает оборону УГМК и залетает на 4-ю строчку. 3 место. Завьялова пасует на Бентли, и эту тачку уже не остановить. Шикарный спин-мув, и мяч оказывается в корзине. Александрия набирает 16 очков в финале и заслуженно забирает награду MVP. 2 место. Зацените, как ловко Александра Штанько из Динамо разбирается с Лирой Маседу. Матч против Самары она была лучшей. На ее счету 16 очков и 5 подборов. Ее эффективность вывела Динамо в финал. Ну и, наконец, 1 место. Меган Уокер ошибается, и Динамо убегает в быстрый отрыв. Однако, не такой уж он и быстрый. Быстрый, по мнению Алаири Косу. Какой смачный блокшот она выписывает Кайли Тортон. Президент РФБ Андрей Кириленко в восторге от происходящего. Поздравляем УГМК с победой. Теперь они 11-кратные обладатели кубка. На этом все. Это была десятка лучших моментов финала 4 Фонбет Кубка России. Люби эту игру!